Мы заказали проектно-сметную документацию. Готовятся два проекта за муниципальный бюджет. Также запланировали деньги и внесли в программу развития образования на 2016 год. Капитальный ремонт бассейна. На сегодняшний день у нас в Виктории занимается 499 детей. И также 44 – это синхронное плавание, 44 ребенка. Занятия у нас проводятся согласно планам. Занятия не прекращаются. Как альтернатива предложено занятие в бассейнах наших санаториев. Это ВИТА, БФО, ЛАДА. То есть занятия продолжаются.